Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенко. Глядіть у гэтым випуску. Справа знойдзецца, было б жаданне. Сёння ў Ельску депутаты аблсавета абмяркоўвалі пытанні стварэння новых працоўных месцаў і самазанятасці насельніцтва. Экзамены ў ДАІ з онлайн-трансляцыяй. Паназіраць за ходам выпрабавання ў рэжыме рэальнага часу можа любы жадаючы. Свет на вобмацак. У нашым рэгіёне больш як 2000 чалавек інваліды па зроку. А зараз аб гэтым іншым больш падрабязна. Стабільнасць энергетычнай сістэмы – аснова бяспекі краіны. Пра гэта прэзідэнт Александр Лукашэнка заявіў на нарадзе па пытаннях удасканалення сістэмы кіравання беларускай энергетыкай. За апошні час у яе было ўкладзена немала сродкаў. Толькі за апошнія 5 гадоў прыцягнута каля мільярда долараў інвестыцыі. За гэты перыяд Беларусь выйшла на перадавыя пазіцыі сярод краін СНД ва ўдзельным выдатку паліва на вытворчасць 1 кіловатта электраэнергіі. Менш сталі спажываць імпартнага паліва, а гэта прыкметнае паніжэнне валютнай нагрузкі на эканоміку, больш як на паўмільярда долараў. Паказальна, што сёлета мы ўпершыню цалкам адмовіліся ад імпарту электраэнергіі. Энергасістэма Беларусі, лічаць эксперты, адна з самых надзейных і эфектыўных на постсавецкай прасторы. Але наспела неабходнасць выправіць недахопы. Энергетыка краіны можа працаваць больш эфектыўна. Рэзервы для гэтага ёсць. Никаких экспериментов мы проводить не будем. У нас нет непонятных вопросов, чтобы экспериментировать, то есть попробовать. Все предельно понятно. Главная задача – не загубить достижения, о которых я сказал, совершенствовать то, что создано, при этом не затягивая процесс. Также нужно учитывать мировые тенденции в энергетике, используя как положительный, так и негативный опыт, прежде всего, наших соседей. Целями этой работы должны стать оптимизация деятельности энергосистемы, ликвидация излишних затрат, справедливое и прозрачное формирование тарифов на конкурентном уровне. Необходимо привлечь в отрасль инвестиции и новейшие технологии, что и делаем. Отдельно хочу напомнить правительству о сложившемся крайне низком уровне потребления электрической энергии в Беларуси. Не зря в последнее время уже только ленивый не говорит о том, что у нас будет значительный избыток электрической энергии, особенно после ввода атомной электростанции. Кстати, это главный вопрос во всем реформировании этого сектора или его совершенствовании. Это главный вопрос. И удивительно, что, как я сказал, только ленивый не говорит об этом. Обычные люди говорят, в правительстве пока молчат. Но если у вас есть какой-то план, вы, пожалуйста, доведите до сведения президента. Впереди эра чистой энергетики. Уголь, природный газ, нефть уходят. Все ориентируются не на дизель и бензин, к примеру, а на электромобили и так далее. Поэтому нужно четкое не просто понимание, а план действий, исходя из баланса производства электроэнергии и потребления. Задача ўрада – распрацаваць выразны і рэальны план пашырэння сфер выкарыстання электраэнергіі ў прамысловасці, АПК, транспартнай галіне, ў жыллёва-камунальнай гаспадарцы і IT-сектары. Гэтае пытанне непарыўна звязанае з далейшым развіццём беларускай энергетыкі. Не зацягваць на гэта арыентуе ўрад Александр Лукашэнка. Магутнасцяў для нарошчвання электраспажывання хапае, а з увядзеннем у эксплуатацыю беларускай АЭС будзе яшчэ больш. Урадам павінен быць створаны прагноз паліўна-энергетычнага балансу краіны. Галоўная мэта – 100% энергетычная незалежнасць і бяспека. Працягваем выпуск. Гомельскі абласны савет дэпутатаў працягвае практыку правядзення выязных семінараў з удзелам старшынь раённых саветаў. Сёння ў Ельску абмяркоўваліся пытанні стварэння новых працоўных месцаў і самазанятасці насельніцтва. Якім чынам гэтая мэта дасягаецца на Палессі, ведае Алег Сінцероў.
Виїзні зустрічі депутатів і керівників обласних організацій на Гомщині вже можна назвати традиційними. Світлогорський, Житківський, Речицький, Хойнінський і ось тепер Єльський район. Це не тільки ще одна можливість знайомитися з реальною ситуацією на місцях. Не менш важливо обмінятися опитом і при необхідності дати поради по ліквідації існуючих проблем. На цей раз депутати звернулися до питання зайнятості і самозайнятості населення. Сегодня в нашем государстве создан ряд нормативно-правовых актов, которые упрощают вопрос ведения бизнеса, открытия новых производств. Но задача депутата – довести до каждого своего избирателя, до каждого гражданина, как это можно делать, какими нормативными актами можно пользоваться и как это на самом деле просто. Єльський район по кількості населення відносно невеликий, але і підприємств, де можна працевлаштуватися, тут так само не шмат. Відкриття приватного бізнесу – один з шляхів стабілізації ситуації на ринку праці, тим більше, що пригодні для цих об'єктів сьогодні можна набути через аукціони. У Єльському районі по такій схемі вже створені і працюють некілька підприємств, хоч і зворотні випадки, коли набиті об'єкти протяглий час не використовуються, так само є. Є ще одна можливість для приватного бізнесу – оренда. Під час семінару депутати знайомляться з підприємниками, які на орендованих площах планують вирощувати буяки. По самих степлих подліках на 17 гектарах щогод можна отримувати звич 70 тонн ягод. У Єльському районі земля увогалі запотребована, у тим Лікутаї, де проведені роботи по зносі нежилих домов. З початку года у Єльському районі знесли 84 доми, визволені території, передали частково сільгазпідприємствам, частково лісгазам. А врача того, у районі оказалося доволі шмат жадаючих взяти землю для ведення приватної господарки. На місцевій уродливій глібі отримуються недрібні урожаї. Рамісництво – ще один достатково розповсюджений у Єльському районі від самозайнятості. Сьогодні їм займаються некілька десятків чоловік. Ексклюзивні вироби реалізуються як серед місцевого населення, так і на різноманітних кірмашах, що проводяться на Гомельщині. Але, як свідчить опит ніяких інших територій, більш значних виників можна досягнути, коли об'єднувати намагання. У якості прикладу огучуються напрацовки Брагінського району. Для вирощування сільськогосподарчої продукції за її наступної реалізації некілька фермерських господарок уступили у кооперацію з зв'язковцями. 2009 года посетили Францию, изучили опыт производства чистой сельскохозяйственной продукции и уже начиная с 2015 года стали объединять местных жителей. Всего вокруг этих трех фермерских хозяйств объединено 22 частных подсобных хозяйства. Вот. Созданы экспериментальные площадки 5. Вот, в которые входят владельцы подсобных хозяйств и учатся производить чистую сельскохозяйственную продукцию. Олег Сентеров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Єльський район. Ці магчыма выделить для супрацоўнікаў пакоі у интернате, калі адрамантуюць асфальт побач с дзіцячым садком, як развіваецца ў рэгіёне маладзёжная палітыка. Сёння намеснік старшыні гомельскага аблвыканкаму Владзімир Прывалаў сустрэўся з медперсоналам абласной дзіцячай бальніцы і адказаў на пытанні калектыва. А таксама расказаў прысутным аб стане рэальнага сектара эканомікі, дасягненнях сельскай гаспадаркі, адукацыі і спорту. Такі діалог у ради і працовних колективів доказав свою ефективність. Для того, каб відправитися, з як кажуть, наболілим у необхідної інстанції, потрібний час. А дякуючи подобним зустрічам, можна огучить те, що клопотить і потребує термінового вирішення. Під час сьогоднішньої розмови гучали не тільки питання, які потребують індивідуального підходу, але й те, що тичаться многих супрацовників больниці. Наприклад, у медустанову приходять працювати молоді спеціалісти, які не мають свого жилля. Прогучала просьба допомогти з інтернатом. Владимир Привалов обіцяє задачу вирішити. На проспекті Кастрычніка є інтернат, де для медиків можуть виділити 2 поверхи. Зараз у таким жилі мають потребу каля 30 работников медустанови. Так само намісник старшині аблвыканкама нагадує об можливості заселитися у орендне жилье. Ще одно питання прогучало від молодої маті, якою не задовольняє стан асфальтового покриття побач з дитячим садком. Владимир Привалов отказывает, что питание, связанное с безопекой детей, вырашать у первую чергу. А так само запевнивает, что особисто разберется у каждой проблеме, якую огучили медики. Сами супрацовники лечат, что эта встреча обовязково принесе корысть. Безусловно, это достаточно интересно и достаточно познавательно. Это позволяет понять, чем дышит наша область, чем мы живем, какие открываются перспективы у нас в будущем и чем мы, в принципе, можем в будущем заинтересоваться
и, ну, скажем так, жить. В первую очередь это. Во вторую, позволяет решить проблему каждого врача индивидуально, либо медицинского работника, поскольку мы имеем напрямую возможность задать тот вопрос, который нас интересует, имеем возможность высказать ту проблему, которую хотелось бы, на которую хотелось бы получить решение из уст нашего руководства. У суботу 17 листопада пройдуть черговые прямые телефонные линии с представниками улады. У Гомельским облканками на звонки откаже керавник справ Алена Кличковская. Номер телефона 33 12 37. У гарвыканками на сувязь выйдет наместник старшини Виталий Таманчук. Номер 75 19 54. Час работы прямых линий с 9 до 12 годин. По даденных за 10 месяцев года подлетковая злочинность у Гомеля снизилась удвоя у сравнении с летошним показчиком. Такую информацию сегодня огучили на посяджении городского выконавчего комитета. Так, на 10 тысяч неполнолетних в возрасте от 14 до 17 годов припадая практично 18 выявленных злочинств. По области этот показчик складая 40. У сравнении с минулым годом снизилась колькость крадежей и выпадков махлярства. Стабилизовалась ситуация по линии наркоконтролю. Однако при этом узросла колькость выявленных фактов рабований и разбоев. Усяго у злочинствах сёлета обвинувачены 39 неполнолетних гомельчан. Значная частка дейничала у составе груповок и у стане алкогольного опьянения. Теперь на долю школьников приходится половина всех преступлений. То, чего не наблюдалось ранее. То есть ранее большинство преступлений совершались учащимися лицеев и колледжей города Гомеля. Сейчас же это, к сожалению, школьники. Поэтому, в принципе, все дальнейшая профилактическая работа будет переориентирована. Если анализировать преступления, совершенные подростками в вечернее и ночное время, то, к сожалению, большинство родителей не только не знали, где находятся их дети, с кем они проводят время, но и абсолютно спокойно относились к тому, что ребенок приходит достаточно поздно домой и не всегда как бы в трезвом виде. Гомель зараз займает другое место сярод областных центров по темпах снижения подлетковой злочинности. Так само сярод становчих тенденций можно назвать поменьшение колькости рецидивов сярод судимых подлетков. У Гомельской областной державной инспекции начали вести трансляции теоретичного экзамена по правилам дорожного руху. Поназирать за ходом проведения выпробования у режиме реального часу может любой желающий. Монитор размещен у будинку управления ДАИ, амаль насупрать у входа у экзаменационную залу. На экране транслируется помешкание с удельниками тестирования. Можно поназирать сябрам и родным. Однако у большей ступени нововведение сделано для будущих водителей, у яких еще чекает выпробования. Человек идет на экзамен и не знает, как он будет проходить, какие места, где эти места. Благодаря установке монитора можно побороть этот психологический фактор, ну и хотя бы иметь какие-то начальные даже понятия о том, как проходит данный экзамен. У Гомелі напередодні Міжнародного дня студента пройшов профсоюзний форум «Студентская осень-2018». Молодые люди разом с представниками профсоюзных первичных организаций и керовниками навучальных установ удельничали у семинары, а так само наведали амаль полтора десятки предприемств у Гомельской области. Подробязности у сюжете наших корреспондентов. На предприемстве 8 соковика працует каля полутора тысяч человек. Что год сюда приходят 20-30 молодых специалистов. У основным девчины. Их тут увогуле большесть. Мужчин на предприемстве каля 20%. Дякуючи форуму «Студентская осень-2018» с вытворчестью смогли ознайомиться першакурсники Гомельского державного университета имя Франциска Скорины. Гэтые юнаки приехали из Туркменистана и зараз учатся на экономичном факультете. На белорусских предприемствах никто из них ранее не был. Мы сегодня привели студентов первого курса. Они недавно в Белоруссии. Они должны понять, для чего они сюда приехали, на кого мы их будем обучать, потому что многие едут просто за дипломами, а не за профессией. Может быть, вот посетив наши предприятия, они заинтересуются и захотят продолжить профессию свою.
Роли профсоюза у формирования громадянской супольности. Семинар под такой назвой собрал у Гомельским областным объединений профсоюзов молодь, керавництва навучальных установ и представников улады. Он отбылся у третий раз. Мероприемство закликано стимулировать активный удел студентов у громадском житии установ адукации, популяризовать деятельность по обороне социальных и працовных правов студентов и працовной молоди. Так само форум накированы на содействие занятости молоди, замацывание специалистов на працовных местах, а так само налаживание конструктивного диалога помеж выпускниками установ высшей адукации и керавництвом предприемства. Что дает этот форум? В первую очередь это общение, поделиться опытом работы с друг с другом, рассказать какие-то проблемы, которые существуют, и пути их решения. Мы сегодня будем говорить о реализации молодежной политики Федерации профсоюзов Беларуси, каким курсом мы идем и работаем с учащейся, со студенческой, с рабочей молодежью, какие планы на будущее, на 2019 год, как можно себя реализовать через профсоюз, как можно развить свои лидерские качества. Членами першасных профсоюзных организаций зараз являются свыше 90% студентов. Марина Джалая, Анастасия Кучинская, Александр Харлампов, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». Знатоки финансовой письменности. Викторина для слепых людей прошла у Гомелі. И она стала апошнім мероприемством з ліку тих, что провели в нашем регионе подчас месячника «Человек с белой палкой». Сёлета его присвятили доступности послуги сервисов банков для людей с инвалидностью по зроку. Сюжет Марины Джалай. Светлане Калинчуковой 34. Для ее новокольный свет потонул темры 14 годов тому. У 20 девчина начала учиться жить на вобмацак. Вышла замуж, народила двоих детей. Але это не межа ее мару. Для Светланы вельми важно стать больше самостойной у штодённом житті, разнастаять свои махшимости. Тому она одразу сгодилась поудельничать у мероприемствах, инициованных товариством инвалидов по зроку, по самостойным кировании финансами. Я не скажу, что вот прямо таки после семинара все получилось с первого раза. Я приехала домой. Благо, что нам на семинаре раздали руководство по Брайлю. Опять-таки, я делаю на этом большой акцент. Мне это очень помогает. И я пошагово по этому руководству первый раз делала вот первые шаги в оплате. С первого раза ничего не получилось. Я еще раз заново прошла тот же путь. И когда где-то среди ночи у меня получился этот платеж, я прямо, я не знаю, я подскочила, кричу: «Муж, Эврика, вставай, у меня все получилось». Работа с представниками банков проходила у нескольких этапов. Спочатку, еще у вересня, провели семинар на тему «Вучимся керовать финансами сами». Удельники набывали навыки корыстания мобильным банкингом. Неведущие, слабоведущие люди доведались про функционал этого мобильного додатка, про зручность без наявных платежей и об тем, как стать корыстальником дистанционных послуг. Потом прошел трехдневный тренинг. Как выник, инвалиды по зроку, дякуючи адаптованному миновито для их додатку до смартфона, научились платить за интернет-послуги самостоятельно. Они действительно, значит, молодцы, и что они смогли беспрепятственно выполнять все те указания, которые говорили банковские работники. Я думаю, что и будем с ними продолжать работать. И все эти новшества, которые будут происходить в нашем государстве, я думаю, что мы не будем тормозить, а мы только будем идти вперед в ногу со временем. Подчас викторины, якая обагульнила отриманные за гэтые месяцы веды, представники банков задавали удельникам пытаний по финансовой письменности. Например, кто устанавливает ставку рефинансования и с чего складается бюджет. За наибольшую колькость правильных отказов подрихтовали призы. Морозная ночь чакается у белорусов. По усходе краины прогнозуется до минус 13, по большей части нашего региона до минус 7. У субботу будет ясно, у день каля нуля, у вечера до минус 8. У неделю раницей чакается туман, пойдет снег. Дневная температура по ветру складе каля нуля. На дорогах заховается гололедица, да и просить быть уважливыми. Гэта я так сама іншыя навіны вы можете знайсці на нашым сайте ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Дзякую за ўвагу і да новых сустрэч у эфіры.
Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «Де-факто», в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. В Гомеле за убийство таксиста 34-летней давности судят мужчину. Он говорит, что преступление не совершал и все обвинения сфабрикованы. Против подсудимого веские доказательства – отпечаток его руки и совпадение ДНК. Мужчине 55 лет, у него 12 судимостей, в том числе за кражи и хулиганство. На момент выдвинутых ему обвинений он находился в колонии, где отбывал наказание за грабеж. Напомним, убийство таксиста произошло в 84-м. Водителя ударили по голове, избили, раздели и оставили умирать на морозе. На снегу был найден след руки подозреваемого. Однако установить, кому принадлежал отпечаток, удалось лишь несколько месяцев назад благодаря современному оборудованию экспертов. Обвиняемый говорит, что не причастен к убийству. Следующее заседание суда назначено на 19 ноября. Пытался привезти в страну марихуану и амфетамин. Сотрудники гомельской таможни задержали белоруса, который попробовал переместить через границу около 80 граммов наркотика. Мужчина возвращался из Украины и попал под подозрение контрольной службы в пункте пропуска Александровка Наравлянского района. Таможенники обратили внимание на багаж соотечественника. В нем они нашли несколько пакетиков с растительной массой и целлофановый мешочек с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это марихуана и амфетамин. Белорус задержан, возбуждено уголовное дело. Патруль ДПС выявил очередного похитителя солярки. В Петриковском районе на автодороге Петриков-Копцевичи инспекторы остановили для проверки автомобиль «Ситроен» и обнаружили в салоне канистры с дизельным топливом. Водитель признался, что слил его с рабочего бульдозера и поместил в 3 пластиковые емкости. Общий объем украденного топлива – 60 литров. На мужчину составили административный протокол. К этому часу это все. Обзор происшествий за неделю смотрите в итоговом выпуске программы «Де-факто». Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта, в студии Максим Савин. Здравствуйте. В Индии, в Нью-Дели, проходит чемпионат мира по боксу среди женщин. В первый соревновательный день на ринг выходили белорусские. Гомельчанка Яна Бурим встречалась с филиппинкой Айриш Магна. Поединок получился равным. К сожалению, судьи отдали предпочтение спортсменке из Азии. 3-2. А вот Галина Бруевич стартовала с победой. Гомельчанка была сильнее представительницы Демократической Республики Конго. Следующий соперник белорусский Виктория Гловер из Шотландии. Бой пройдет завтра. 17 ноября начнет свое выступление на турнире еще одна гомельчанка – Антонина Аксенова. Боксировать в стартовом поединке ей предстоит с представительницей Албании. 18 ноября впервые на ринг выйдут еще две спортсменки из Гомеля – Юлия Панасович и Виктория Кебикова. В чемпионате мира по боксу среди женщин принимают участие более 250 спортсменок из 62 стран. В отсутствие первых номеров женская сборная Гомельской области не осталась без медалей на Кубке Беларуси по боксу. Ольга Степаненко и Алина Вебер стали лучшими в своих весовых категориях. В общем зачете у нашей команды 4-е место. К другим новостям. В экстралиге чемпионата Беларуси по хоккею сыграны очередные поединки. Гродненский «Неман» обыграл солигорский «Шахтер» 5-2. Юность была сильнее «Динамо» из «Молодечно» 4-0. В лиге сошлись соседи по турнирной таблице – местная одноименная команда и жлобинский «Металлург». Все шайбы в этом матче были заброшены во втором периоде. Хозяев подвели удаление. Рыцари открыли счет в этом поединке. Отличился Волес. Вскоре «Столивары» отыгрались и вышли вперед. В течение 2 минут хозяева дважды остались втроем против 5 соперников, за что и были наказаны. В составе «Металлурга» забрасывали Копылец и Кунцевич. Под занавес второго периода Черевач установил окончательные цифры на табло – 3-1 в пользу гостей. «Столивары» вновь отличились в большинстве. Эта победа для «Металлурга» – 4-я подряд. Гомельский «Локомотив», завершивший официальный сезон, провел товарищеский матч с представителем сильнейшего дивизиона футбольного чемпионата Беларуси – солигорским «Шахтером». Железнодорожники не смогли сыграть на равных с претендентом на медали высшей лиги на его поле. Горняки в первом тайме 4 раза огорчили голкипера гостей. «Локомотив» также не ушел с поля без забитого мяча. Итог встречи 4-1 в пользу «Шахтера». Европейский гандбол возвращается на гомельские площадки. Завтра женская команда гандбольного клуба «Гомель» проведет ответный поединок 3-го квалификационного раунда Кубка вызова против литовского «Жальгириса-2». В первом поединке гомельчанки обыграли соперника на его поле 35-31. Победитель противостояния сыграет в 1/8 финала 3-го по значимости гандбольного клубного турнира Европы.
Матч пройдет на паркете Дворца игровых видов спорта. Начало в 17:00. На этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».